Ребята, всем привет! Короткое предновогоднее видео. У меня для вас есть важная новость. Хочу вам что-то продемонстрировать. Вот иду к воротам и теперь хочу вам что-то показать. Сегодня 25 декабря 2023 года. Нахожусь в стадии переезда. Наконец-то мы построили новый бокс. И с будущего года, с 24 года, все мои ролики будут сниматься уже в новом боксе. Здесь я провел 6 лет с 17 года. Вот с такого ракурса интересно получается. Бокс выглядит, как будто я снимаю все это время в контейнере в каком-то. И еду где-то, не знаю, в каком-то проливе. Действительно, обшивка как в контейнере. Значит, остается, что мне сделать? Вот снял вытяжку, все. Остается мне по боксу снять лампы. Когда мы сюда въезжали, здесь горела всего лишь одна лампа. Это все мной было сделано. В общем, в двух словах, привести этот бокс в первоначальный вид, в котором нам его арендовали. То есть все поснимать, все вывести и также сделать одну лампу. Арендодатель, к сожалению, отказался принимать от нас лампы. Я не знаю, по какой причине, ведь сдать этот бокс заново новым арендаторам с освещением будет проще. Почему они отказались от этого, непонятно. Так, вот, в общем, такая тема. Остается еще до кучи видеокамеры снять и перевести оборудование. Ну, короче говоря, вот такое короткое видео. Как говорится, новый год, новый бокс, новые темы, новые ролики. С наступающим вас 2024 годом. Всех благодарю, всех за внимание. Желаю всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней.